Первое, что я хочу сказать, что рад, что мы сегодня сыграли на всех игроков и поделили время поровну. Потому что вы видите, мы играем каждый второй день, и у нас много сил тратят основные игроки. Сегодня, может быть, сначала не было привычно и самим игрокам, потому что они долго засиживались на скамейке, несколько игр. Ну, первый тайм не получился, но, в принципе, я рад за всех ребят, которые сегодня боролись. Хорошо мы достали и до конца контролировали полностью игру. И, думаю, достойно победить. Спасибо. Ваши вопросы? Зрители наконец увидели и Жалобаля в действии, и Петровичуса. Знаете, я вам скажу так, это не так просто, я знаю, все помнят и Жалобаля, скажем, и Петровичуса такими, какие они есть, но не в настоящее время, потому что они оба не играли по полсезона, оба после травм. И так выйти неделю потренироваться, выйти и сыграть что-то на отличное, это очень сложно. И прошлую игру я не ставил ни одного, ни второго, потому что они просто не готовы. Не сейчас не готовы, но уже несколько времени они побыли на площадке, почувствовали саму игру. Я думаю, что каждую игру, потому что оба хорошие игроки. Мы видим потенциал Джалабара и на подборах, и на решениях, и на бросках. Сегодня он не бросал, но он очень отличный забивающий. И мы знаем Мариноса Петровича как очень солидного игрока в защите, который силен сдержать и Крысича, для чего мы и готовимся, и Джавея, и Лешу Саврасенко, если он будет играть. Мы именно такого центрового искали, который мог защититься один на один. Ну а, конечно, нападение у нас, Крыша там, он всегда может сделать очков сколько он хочет. Так что мы подобрали игроков, сейчас мы должны как команда натренироваться, чтобы в концовке сезона выступить достойно. Следующий вопрос. Виталий Фридзон и Кришнир Нончев сегодня набрали по 21 очку. Такое ощущение, что они сговорились, даже переглядывались. Вы не в курсе? Не было ли такого договора? Не, я не думаю, потому что мы, видите, мы играем как команда, я ценю не забитые очки, а работу, которую игроки сделали на площадке. Сегодня все цепко боролись в защите, скажем, может иногда даже жестко, так как играл Лянцев, играл Жупаненко, чуть-чуть жестковато, но мы хотим, чтобы мы защищались на грани фола. Ну, думаю, что эта защита нам помогла и переломить исход встречи, когда мы проигрывали, и думаю, мы на правильном пути. Спасибо. Еще вопрос.